что я не даю возможность фальсификации делать. А почему на самое главное, от нас это не зависит. Вот сейчас ночью дыхнет, и весь город пойдет перекрывать дорогу. Понимаете, вот город просто ждем жертв. Вот сейчас вот будет жертва, там вообще непонятно, потом не останавливаемый город будет. Потом что будем делать? Кто там стоял на этой свалке? Вот в том-то дело. Есть аккурат у нас в Халамском районе. Почему она даже своих людей нам в помощь помойкой не поднимает? Нет, вы проверьте у них документы. У них никаких документов. И вот еще один вопрос. Вот говорил он про выборы. Почему мы не выбираем главу района? Почему отменили выборы? Отменили выборы в Московской области. Вот единственное, в шестом был, выбирали его. Смотрите, как это регулируется законодательством федеральным. Я с ЛДПР, вот вы спрашивали, что ЛДПР может быть, да? Мы ЛДПР много раз поднимали вопрос, чтобы выбирали напрямым голосованием люди, которые живут здесь. Ну, вообще, правильно, правильно, да. Выбирали так же, как вы на выборы, конечно, приходите, да. Выбирать в большинстве регионов, из-за того, что вы понимаете, у кого большинство. Ну да, 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 это мы понимаем. Они приняли закон, по которому выбирают муниципальные депутаты. То бишь, если это логично, если там образно, плюс-минус 40 депутатов муниципальных, из них 38, мы знаем, как вы политическую партию представляете. Естественно, вы понимаете, кого они выберут. Нет, это понятно. Но еще дальше-то идет. Вот свечит совет депутатов. Вот они от сельских поселений входят туда. Они формируют бюджет, они его сами исполняют и сами утверждают. Да. И потом пойми, куда... Вот сейчас начали у нас здесь эти палатки, то есть эти остановки делать. Вроде, они стоят... А потому что скоро выборы, поэтому мужчина, это делается. Я вам, знаете, как сейчас отвечу? Вот и мой ответ. Я как самый молодой депутат Госдумы, но мне кажется, я просто вижу ситуацию, и я понял, что единственное, вот чем я вам могу помочь, вот реально, я бы, чтобы на вашем месте это делал, больше бы старался, чтобы это все по максимуму в прессу уходило. Вот да. Поверьте, да, прессу контролируют. Это можно, конечно. Оно же, конечно, все контролируется. Они все самолизают. Вот здесь стояла машина, которая фиксировала превышение, да, не превышение. Да. Всегда зафиксировала, по нолям. А как зафиксировали, все машины убрали. Да. И нигде не найдешь прав. Убрали, а никто не знает. И вот эта информация... Потом мы экран поставили, все равно ноль. Приезжал сколько при этот раз Чупраков, это в Московской области, говоря о превышении. Висит. Наступает всем честно. Нет, все нормально, все нормально. Ну как же, болеют люди. И сейчас. Вы сейчас поедете в Москву по новой Риге? Молодой человек. Вы сейчас по новой Риге поедете в Москву? Там Чернобыль. Проедете по старой. Вот здесь. Мимо Ядрова. Вот оно, там где 5 километров. Через 2 километра 200 метров. 2 километра 200 метров от города. И вы почувствуете, мимо не проедете. И самое главное, вот одно закрыли, но закрыли непонятно как. Деньги забросили, нам пообещали, что 15 июня зажгут все килочек, и у вас будет чистота. Она газ прет, вообще весь город в грязи. Сдувается. Мы боимся, что это химический реактор не даст Бог, взорвет. Но вот этот, как бы, он один засыпали, но он бурлит. А второй опять создаем. Второй воняет уже. Два реактора будет. Я бы, может быть, был бы из другой политической партии, допустим, из левой. Я бы вам сказал, что нужно провести референдум, нужно собрать подписи. Отказали в референдуме. Отказал. Но это можно заранее понять. Да, что не дадут. Да. Не дадут. В чем не мы дадут. С вами в сказке? Это было, естественно, понятно, вот тогда что сами мы станем туда. Тогда сразу найдут, что это по максимуму привлекать внимание к этой проблеме. А вот у нас скоро, вот вы знаете, а запросы. Таким способом мы перекроем трассу. Вот вы знаете, у нас будет, когда будет митинг? 18. Нет, там перенесли. Вот у нас будет скоро митинг, как раз посвященный свалкам. Было бы хорошо, чтобы можно я быстро отвечу на звонок. Мы не против. Тихонечко. Звоним эти месяцы. У нас хуже, чем атомная война. Это ну все, он уже не отвечает. Будет митинг скоро у нас. Приезжайте. А то на 1 сентября. На 1 сентября будет митинг. Да, да, потому что... Поддержку наших ребятишек. Потому что мы сами не знаем, как наших детей мы будем отправлять в школу. Просто не знаем. Директор школы, директор школы не знает. Это просто сейчас каждый директор школы себе уголовную ответственность берет на себя. От этого, от нашего образования.
начинать учебу или нет? Единственное, что нам говорит, уезжайте отсюда. Вам такая информация, что, скорее всего, я не приеду, но приедет другой депутат. Нет, а мы не говорим, что кто-то... Но мы вас приглашаем. Это было бы очень хорошо, это как раз и перед выборами, мы вас поддерживать будем. Помощь нужна, любая помощь. Потому что сейчас предвыборная кампания только началась, и сейчас будут, я думаю, много приезжать желающие на губернатор. Наша позиция такая. Кто нам помогает? Если партии будут убирать, все равно сделают. А говорят, что нам Воробьев будет, хоть вы и голосуете. Мало ли что говорят, а мы не пойдем, наш совесть будет чистая. Потому что так и есть. Сколько нет, 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 но Волоколамск настроен. А потому что у нас комиссии еще такие. Конечно, конечно. Вот именно. Все равно сделают так, как им надо. Ну, а тут не только Волоколамск такая проблема. Кринов, всех уходишь. Да, 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 это не нужно. Я как молодому человеку предлагаю тебе подумать, как по максимуму, не перекрытием там дороги, а интересно сделать так, чтобы эта проблема не уходила. У вас был пик, когда к вам сюда приезжали и депутаты, да, и Собчак, да, да, там. Да. Вот это пик. Выборы прошли, сразу заметили, как бы вниз начинает, уже информация не начинает общаться в интернете, в СМИ, как-то пропало просто. Да, 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 да. Ваша задача единственная, что вы можете сделать и что могу вам посоветовать, это так, чтобы это не уходило никуда, а это было актуально. А чтобы это было актуально, это нужно придумывать что-то новое, интересное. Да мы суды идем, суды, правда, проигрываем. Флешмобы. Суды у нас не работают. Как раз первого... Я даже как депутат Госдумы, я напишу вам, вы знаете ответ. Вы знаете, если я пишу, да, видите, там какой-нибудь 90 пишет или Зюганов. Если им приходится, то если даже, что он выступает, его везде вон сказал. Поэтому здесь выйти только один у вас. 1 сентября как раз... Вы говорите, во всей СМИ обращаемся. Обращаемся. За 20 лет в городе ничего не изменилось, кроме как разрушили правду. Нам приезжает 306 Коруны. Мы его гоним отсюда. Когда в него снежка не кидали. Ведь не по всем каналам пришла эта информация. Там где-то в интернете. Понимаете, как мы можем устраивать флешмобы, акции. Все можем устроить, но это не покажут. Максимум это местный уровень. Все. Мы устроили флешмоб в свое время. Спасибо. Поездка автомобиля. Дайте мне, пожалуйста, тоже. Не-не, у нас был флешмоб, когда мы на автомобилях поехали в Москву. Докуда мы доехали? Да, Новопетровский, там началось. Внимание на Щелканова русского района. Да, 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 да. Щелкановцы тоже. Да, это правильно, правильно, согласны. Согласны. И в этом обращении к Жириновскому мы сегодня как раз и... Нам отравят полмосковскую область эти товарищи, которые заделали это. Не могут ни Дрова закрыть, ни Щелканова. Ну что, едем? Да, все, поехали. Все, дорогие. Значит, еще до связи.